на тот момент, которая была помощницей одного видного политолога, который даже потом одно время был депутатом Госдумы. Она говорит, я так ужасно боюсь, что меня заснимут где-нибудь в какой-нибудь неприличной ситуации, на что я ей говорю, ну и заснимут, и дальше что? Она говорит, а если выложат в интернет? Говорю, ты всем будешь говорить, что это фотошоп. Она говорит, ну голова-то моя, я говорю, голова твоя, все остальное фотошоп. И что? Она подумала, сказала, да, действительно, почему мне это раньше в голову не пришло? Потому что наше тяжелое время, когда, соответственно, молоденькие барышни своим подругам и друзьям регулярно посылают свои фотографии и лежат, говорить о том, что такого рода фотография является каким-то компроматом, смешно. Значит, сама Ксюша, я тут просто был в Питере, вчера из Питера приехал. И там уже все всем знали. Это маленький город. И все всем знают. Мне сказали, что Ксюша уже много лет вынашивала этот план, что она еще лет 5 тому назад стала очищать свою биографию, аккуратно убирать всякого рода некрасивые истории. Вышла замуж не за олигарха, а за бедного, чтобы не сказать, нищего мальчика Максимку, что она, соответственно, рожала в России, живет с ребенком в России, ну и т.д. и т.п. Все это замечательно. Я на это отвечаю, что, ребята, какое это имеет отношение к реальной жизни? В глазах общества Ксюша Собчак – это дама с пониженной социальной ответственностью. И избавиться от этого образа ей нужно 20 лет, а не 2. Что мне было сказано, а это не важно, потому что Ксюша Собчак хочет вылезти в политическую элиту, может быть, не первым уровнем. А там, глядишь, туда-сюда, личное познакомство солнца есть, и глядишь, удастся, ну, не сейчас, но, скажем, в 24-м году, если не в преемнице, то в устойчивую политическую элиту, стать таким вечным Жириком или вечным Зюгановым или еще кем-нибудь. Ну, то есть, таким, как сказать, устойчивым фейком. Об этой игре. Ну, смотрите. Значит, для начала давайте посмотрим на окружающий мир. Значит, год назад, чуть больше года тому назад, в Соединенных Штатах Америки победил Трамп. Никто в это не верил. Вот реально никто не верил. Всем казалось, что это невозможно. Я впервые сказал, что он может выиграть могу сказать точно, это было 5 ноября 2014 года в городе Дейтоне, штат Охайо, известном по знаменитым Дейтонским соглашением, на которых обдурили несчастного Слободана Милошевича, что и стало потом причиной его смерти. Вот, соответственно, в городе Дейтон, штат Охайо, состоялась первая за 25 лет Дартмутская конференция. Ну, такая межэлитная сходка изначально с советских и американских, ну, а значит, с 2014 года российских и американских экспертов. И 4 ноября были выборы в США, на которых совершенно феерически победила республиканская партия. Совершенно непредсказуемо. И открылось наше заседание 5 числа с того, что все стали обсуждать, ну вот значит, человек 20 с их стороны, человек 15 с нашей, начали обсуждать причины. Все пытались обсуждать технологические причины, а я потом числа 7-го встретил Женю Минченко в Вашингтоне уже. И мы тоже это обсуждали. Я сказал, Женя, вот ты вот как политтехнолог все время пытаешься
считать там ошибки политтехнологов, еще чего-то, это неправильно, потому что то, что произошло, носит глубоко идеологический характер. Вот когда до меня очередь дошла, то я сказал, что в силу кризиса есть два сценария. Либо тот эмиссионный ресурс, который есть у Соединенных Штатов Америки, и который был остановлен в августе месяце, будет угрожен на поддержку транснациональных банков с неизбежной высокой инфляцией и разрушением американской экономики. Либо же этот же ресурс будет брошен на поддержку американского реального сектора, и тогда рухнет мировая долларовая система. Два варианта. Вся условная либеральная команда. Она состоит из двух больших частей. Это команда Гайдара Чубайса, и это семья. Наиболее известные из этой команды Шувалов, Дракович, Кудрин, Нагрюлина, Волошин, Юмашев, Таня Диченко, ну и так далее. Вот это вот одна команда. А у них при этом, я хорошо помню, 90-е годы, они друг с другом воевали отчаянно. Ну тогда семейная команда ассоциировалась с Березовским. А Чубайс находился с ним в состоянии открытой, очень жесткой вражды. А сейчас они объединились, потому что с начала 2000-х очень усилилась силовая команда. Там тоже есть разные группы, которые друг с другом пребывают в сложных отношениях. Отношения руководителя Следственного комитета и генпрокуратуры вообще известны, как они друг на друга доносы пишут. Но это то, что на виду, а как бы чуть-чуть глубже тоже много разных историй. И эти три группы между собой находятся в сложных отношениях. При этом либеральная группа ориентирована на ту самую команду международных финансистов, которую не любит Трамп, а соответственно команда силовиков ориентирована на как раз вот этих вот американские патриотические силы в виде Трампа. Изменение вот этой самой патриотической общественности царь не может быть легитимизирован голосованием. Царь, он царь. А тут какие-то глупости либерально-демократические. И в этом смысле появление Собчак – это во многом десакрализация выборов. То есть нам говорили в 90-х, помните, что народ должен сказать свое веское слово, и что именно народ выбирает руководителя. А с тех пор народ немножко поумнел. Как реальность выбирает руководителя, написано в нашей книжке «Лестница в небо». А, соответственно, сейчас появлением Собчак и некоторых других персонажей народу объясняется, что, ребят, ну, вы же понимаете, нам нужен царь. Неважно, он в виде монархического лидера, то есть с монархистами у нас сложные отношения будут. Общество. Но по-другому происходит. Мандат неба не через выборы получает. У Путина была мысль, что он получит этот мандат неба через Крым, но не вышло. И не вышло вот почему. Потому что после Крыма, когда, казалось бы, была стопроцентная поддержка, в этот момент ему бы отказаться от либеральной экономической политики. А он не отказался. И в результате экономический кризис, который нам устроили либералы, резко усилился, особенно после того, как по приказу МВФ Набиуллина устроила девальвацию. То есть, вы понимаете, из-за чего была девальвация в конце 2014 года?
традиционные ценности. И только после 81 года, когда появилась возможность стимулировать частный спрос через кредитование, и появился массовый средний класс, либералы пришли к выводу, ну, финансистам, что надо уничтожать семью. И, собственно, вся вот эта вот история, еще там 70-е годы, 80-е, гомосексуализм в Великобритании был уголовно наказуемым делом. Вот. Дальше началось, да, окно Эвертона и так далее. Так вот, если мы, начиная с 91 года, в мире победила, исходя вот из этой вот шкалы, левые, правые консерваторы, либералы, правый либерализм. И то, что у нас происходит в 90-е годы, в 2000-е, приватизация и все остальное, это господство правого либерализма, который говорит, не нужно государству помогать людям, медицина должна быть частная, образование должно быть частное, люди должны много платить за квартиру, ну и так далее. Кур, как Собчак, означает принципиально важную вещь. Значит, российская элита состоит из трех больших групп. Самая маленькая и наименее влиятельная, но это не значит наименее влиятельная, это не значит не влиятельная. Это региональные элиты. Иногда они активны в Москве, иногда они менее активны, но они существуют. Некоторые из них очень сильны. Например, Кадыров, региональные элита. Например, руководство Татарстана, региональные элиты, ну и так далее. А, например, в Красноярске они очень ослаблены тем, что Красноярск – это место схватки нескольких федеральных кланов. Ну вот у вас назначен человек, пока и у губернатора, который яркий представитель элит местных. Все понимают, что сегодня победить под лозунгами правого либерализма крайне сложно. Кстати, в Европе, в Западе, никогда правого либерализма особого не было. Там всегда был левый либерализм. Была попытка сделать его правым, но она до конца не удалась. А в США и у нас это, конечно, правый либерализм. Так вот, поскольку правый либерализм больше не работает, началось движение. Появились левые либералы в США, это Сандерс. Сандерс – левый либерал. И появились правые консерваторы, это Трамп. Но это движение неминуемо должно закончиться в противоположном углу ринга, где левые консерваторы. А за всю историю человечества было всего одно левоконсервативное государство. Это Советский Союз. Вот это принципиально важная вещь. Криптовалют имеется один очень сильный недостаток. А именно их криптовалюта. Вы не знаете, кто контролирует процесс. Вы никогда не узнаете. Классический образчик – это биткоин, биткоин, который по, опять-таки, правилам, которые приняты, контролирует тот, кто майнит больше 50%. Есть Анастасия Дмитриевна Заточная, которая до недавнего времени жила в городе Красноярске. А потом она была у меня директор. Она вот несколько месяцев тому назад решила, что она хочет поиграться в эти игры. И вот она играется. А я с интересом за этим слежу. Да. И я могу сказать, что интерес к криптовалютам очень большой. Всем интересно, а что это такое. Но вот в части вложения в них все куда сложнее.
они очень ограничены. Поскольку одновременное количество транзакций, там, по-моему, 7 штук, то уже сейчас есть, очень грубо говоря, чем быстрее операция происходит, тем больше она стоит. И если ничего не платить или платить мало, ну там бесплатно ничего не бывает, а если делать все медленно, то это может занять 3 недели, 4 недели. И тогда по какому курсу вы получите, если он скачет на 30%. Что? Нет, криптовалют быть не может. В платежной системе на базе криптовалют. Находится на посту президента, если он занимается делом, нет времени ни на что, а жить-то хочется. А Путину точно хочется. Он живой человек. А он где больше, в Сочи находится? Да какая разница? У него резиденция в Сочи, он там сидит. А в Москве он находится в этом самом, как это называется, ну тоже под Москвой. В Кремле он редко бывает. Но только когда официальные мероприятия. Вот. Это как раз нормально. Но я в путинской резиденции не был, а в Медведевке, когда он был президентом, был. Но там довольно большая территория такая лесная. Вот. И большой такой дворец. Ну, дворец не в смысле, так сказать, в питерском, да, вот типа там, где балы устраивают, а он именно такой функциональный дворец. Вот, там есть большие залы, малые залы, там большие приемные, малые приемные. Ну и, соответственно, картинка, да, значит, в одном зале сидит 20 человек, ждет, в другом 10 других ждет, в третьем еще кто-то ждет. А сам он, значит, бегает между одним залом и другим, туда-сюда. Вот. Вот. Ну просто при Медведеве свободы было больше, потому что меня позвали, там он устраивал какое-то мероприятие, видимо, подготовка под то, как он будет премьером. Их было два. И, соответственно, когда меня туда позвали, то я сказал: ребята, а только номер машины запишите, я на машине буду. Он говорит: хорошо. И дальше я въехал туда на своей машине, никто меня не проверял, эту машину. Возможно, там какая-то электроника стоит, но вот. Никаких не было рамок, каких не было еще чего-то. Как у Путина, я не знаю. А в Кремле я вообще с туалетом не могу. Ничего сказать не могу. Этих двух лагерей очень хорошо проявляется в строительстве. Вот обратите внимание, пресловутый стадион в Питере, смета которого удваивалась каждые полгода. Кто его строил? Никто не читал интервью товарища Слюняева, известного под псевдонимом Албин. Албин – это бывший губернатор Костромской области, еще под фамилией Слюняев. А потом он, соответственно, сменил фамилию, стал министром строительства, обозвал Дмитрия Анатольевича Медведева не то пустомельный, не то пустомельный, каким-то обидным словом. Дмитрий Анатольевич его оскорчил, и он ушел заместителем Полтавчика. Албин – это человек, который достроил стадион «Зенит» в Питере. Он сейчас вице-губернатор. На вопрос, у него интервью взяли, сложно ли было достроить, а его приехала комиссия ФИФА и предложила ему сразу же пост вице-президента ФИФА по строительству. Типа чудо сделал. На что Албин простая по душе, милиционер, сказал: да нет, ну что там достроить-то? Вот выгнать оттуда вначале Дерипаску. То есть олигарх первого призыва, то есть семейно-либеральный, Дерипаска, просто все деньги, выделяемые на стадион, брал себе. И что не строил вообще. И только после того, как его выгнали, Албин. А теперь давайте посмотрим на олигархов второго призыва.
ну, собственно, второго путинского. Стадион «Динамо» в Москве, который не сильно проще, чем стадион «Зенит», строится успешно, смета не растет, и строит его кто? Ротенберг. Правильно. И это разница в подходах. Почему? Потому что Ротенберг от своей элитной группы управляет финансами. Он представитель элиты консервативной. Любой консерватор знает точно, он всегда член какой-то группы. Кстати, не только мы. Вот обратите внимание, еще одно обстоятельство, которое произошло буквально неделю тому назад. Это Германия. Почему Меркель не смогла сколотить коалицию? Ну, казалось бы, лидер малых партий. Почему бы не стать министром? Это и деньги. Ну, это же только наивные люди считают, что воруют у нас. А и административный опыт, и там авторитет, еще чего-то. Ну, очень удобно. Почему они не пошли? Объяснение может быть только одно. Они точно знают, что в ближайшее время, причем такой, в политическом смысле ближайшее, то есть 1.5-2 года, Меркель уйдет в небытие, и вместе с ней уйдут все, кто рядом с ней находится. Это будет связано с обрушением не просто мировой финансовой системы долларовой, а с обрушением институтов долларов. То есть вы приезжаете, у вас, значит, карточка работать перестает, потому что рухнул банк. Вы приезжаете, заходите в этот банк, а там на отделение написано «закрыто». И вы можете обращаться в суд, и он через 5 лет дойдет до рассмотрения ваших документов и скажет, что поскольку из там 300 миллиардов активов данного банка осталось 100 миллионов, то вы соответственную долю, а именно 2,3%, вы, безусловно, можете получить, обратитесь в кассу номер 3. Почему Путин их не уволит? Мне его все время задают. Да? Что вы несете эту идиотскую концепцию, царь? Хорошие, бояре плохие. Ну, во-первых, эту концепцию придумал не я, а ее придумали Византии. Называется эта концепция катехон. То есть император Византии являлся защитником народа от произвола бояр, олигархов и чиновников. Кстати, обращаю ваше внимание, пресловутое римское право, которым так гордятся Западные, оно не в Риме было создано, а в Византии. Юстиниан был император Византии. То есть теоретически они у нас должны учиться. Мы им это не объяснили. Так вот, проблема состоит в том, что Путин пришел во власть в 2000 году, когда вся система уже была сформирована, вся приватизация была в 90-х годах. А он вообще по характеру арбитр. И он выруливал ситуацию между тремя элитными группами, которые я перечислил. Ну, не говоря уже про то, что он разруливал и внутригрупповые схватки. Ну, типа там, между Лужковым и Чубайсом, или между Волошиным и Чубайсом, или между Чайкой и Бастыгин. И он понимал, что убирать элитную группу, ну, которая условно контролирует треть ресурсов страны, это гражданская война. Некоторые его действия выглядят совершенно феерично. Зачем он, например, все это либеральный правительственный котле там 2 недели назад ордена выдал. Но это же у народа вызывает дикое раздражение. С другой стороны, представьте себе, что это последнее прощание. А есть какие-то шансы, что он не вытянется? Кто? Понимаете, поскольку я его знаю, я могу сказать, что в отличие от Дмитрия Анатольевича, который от того, что он
сидит в начальственном кресле и испытывает непрерывный оргазм. Владимир Владимирович никакого оргазма от этого не испытывает, более того, его регулярно тошнит. Отсюда, кстати, я не знаю, вот я смотрю как бы ленту Фейсбука и регулярно там натыкаюсь на замечательные картинки, да, фотографии у Путина в профиль. Одно большое ухо. Вот одно ухо, второе, третье, четвертое. И такой анализ. Посмотрите, это же разные люди, у них разные уши. То есть, иными словами, нам что хотел сказать? Что он настолько ему это все не нравится, что у него есть специальные двойники, которые иногда вместо него где-то там выступают. Ну, я не знаю, есть ли у Путина двойники, у царей-то двойники были точно. Но дело не в этом, а дело в том, что это говорит исключительно о том, что ему вот это все совершенно не нравится, а поскольку я с ним абсолютно солидарен. Я помню, как я мучился, когда я был начальником, мне приносили вот такую стопку бумаги, и дело даже не в том, что я должен был их прочитать, потому что если ты не прочитаешь, то, возможно, подстава. Один мой знакомый, который был руководителем в начале 2000-х, руководителем одного из оборонных агентств, он мне рассказал историю, говорит: Миша, мне из правительства прислали бумагу Касьяновск, ну, собственно, тоже член правительства, ну, собственно, из аппарата правительства, 130 страниц. Там уже стояли все визы, кроме моей, всех оборонщиков. Но я единственный, кто ее прочитал целиком. И на 83-й странице, условно, я прочитал, что в соответствии с этой бумагой вся оборонная отрасль у нас ликвидируется, подлежит приватизации и, соответственно, переводу в частный рынок. И там большую делал лекцию, там было много народу из регионов приехало. Из Архангельска, из Ярославля, еще откуда-то. Они говорят, в регионах что-то осознали, ну, прежде всего в малых. И, соответственно, налоговая стала пытаться впервые договориться с бизнесом, ребята, что нужно сделать, чтобы вы нам платили и заработали. Видимо, потому что им все стали говорить, массово закрывать бизнес. Что-то в стране происходит. И уже абсолютно понятно, что выборы, собственно, я думаю, что какие-то очень серьезные изменения произойдут еще до выборов, потому что держать эту ситуацию уже невозможно. Становится. Но мы все уже знаем, да, вот в интернете такая любимая история. Значит, пенсионер, которому задержали пенсию, не смог оплатить жилищно-коммунальные услуги, у него набежала пеня, и у него конфисковали все деньги. По закону пенсионеров нельзя отбирать больше половины, но когда это волновало по судебных пунктах. Ну или история, как на открытой линии Путину какой-то пенсионер попросил, чтобы ему за бюджетный счет вырыли могилу и прислали в гроб, потому что все гробовые отобрали, а соответственно он все равно от голода умрет в ближайшие годы. Соответственно, объявил о том, что новорожденным будет выплачивать 10 тысяч рублей в месяц до достижения 1,5-летнего возраста. Там же в Ленинграде мне уже объяснил один человек, который из провинции приехал, чиновник из маленького региона, где все все знают. Он мне сказал: Михаил Леонидович, они уже написали инструкцию, по которой нормальной семье получить эти 10 тысяч в месяц будет невозможно. То есть, а в этот раз вы где окажетесь? В каком штабе? Я избавлю Бога. Я старый больной еврей, я сижу дома, никого не трогаю, подчиняю приезд. А, я в Вене окажусь. У меня же бизнес. Можно уточнить, пожалуйста? Да. Если вы считаете, Рамзан Кадыров не пойдет на выборы только потому, что туда пойдет Ксения Собчак? Да, я считаю, что Кадыров ровно в силу своего еще более усиленного понимания, что мандат неба не на выборах дается. Более того, у меня есть... А как он дается?
А это по-разному. Ковров нету. В общем, короче, такая студия у него. И вот как-то раз я к нему пришел, а мне что-то хотелось узнать. Я включил телевизор, который у него там не включался много, поскольку он смотрит в интернет. И вот я включил телевизор, значит, включилась первая программа, и там давал интервью наш министр финансов, то есть Силуанов. А он так уставился на этого Силуанова, вытащил глаза, чтобы было видно, у него на лице совершенно изумление. И он произнес гениальную фразу: «Кто на Вудмана галстук нацепил?» Те, кто знает, кто такой Вудман. Скажите, пожалуйста, о повышенной социальной ответственности. Каковы шансы Рамзана Кадырова стать кандидатом в президент? Нет, он не пойдет. Уж на эти-то выборы. Почему? Потому что мне так кажется. Ну, если пошла Собчак, то если почему бы не... А именно поэтому, я вам прошу прощения, у Кадырова это чувство ответственности очень сильно развито. Кроме того, нужно понимать, не надо считать Собчак за дуру. Так вы так и не сказали, зачем она пошла? Зачем она пошла? Да. Она хочет стать устойчивой частью политической элиты страны. Это ее личный проект. У Полонского немножко другая ситуация. Полонский предстательно талантливый человек, который сделал ставку на некоторую модель, ну, собственно, кредитного стимулированного строительства, и который рухнул вместе с этой моделью. При этом его бывшие партнеры его разделили и, соответственно, подставили. Казалось бы, как они смеют? Но я напомню, что в начале 90-х нам сказали: признайте, что это вы расстреляли поляков в Катыни. Мы сказали: конечно, признаем. Мы даже сейчас бумажки нарисуем, что это мы расстреляли. И нарисовали. Беда только в том, что они эти бумажки отдали полякам. Так что за бред? Это фальшак. И эти бумажки никто не признал. То есть доказательства мы сами. А теперь с нами говорят так же: ну раз вы вот такие, да, признавайте, а мы говорим: не, не будем, как-то не будем. Так вот, до тех пор, пока мы не просто не откажемся от признания, что мы расстреляли поляков, и не посадим тех людей, которые это признали, в тюрьму, к нам будут относиться как к туземцам, и так по всем направлениям, в том числе и по экономическим, когда мы сдали все. Так, ага, криптовалюты, опять же криптовалюты, но они уже были. Считаете ли вы, что социалистический строй является более продвинутым, нежели буржуазным? Точно так же, как буржуазный строй является следующим уровнем после феодального. А что значит продвинутый? А в марксовской концепции, что производительность труда выше, я напомню, что производительность труда, которая была в позднеримских мануфактурах античных, была достигнута в Европе только в 18 веке. С нашей коррупцией в кривоохранительных органах это будет мандат на узаконенное убийство. Я против. А хотел бы спросить, сейчас очень удобно все пользуются там переводы между Сбербанком и банком туда-сюда. Просто много информации в интернете возникает о том, что банк начинает шерстить физиков, он спрашивает о транзакциях. Блокировать что-то, насколько это реально и насколько безопасно там можно этим пользоваться. Ну, уже нельзя безопасно пользоваться. Уже нельзя. Осталось чуть больше 9 месяцев. Да. Хотелось бы узнать ваше видение, как может измениться политическая ситуация и каковы шансы ставленника администрации президента Владимира Путина Александра Куса. Могут ли в борьбу за губернаторское кресло вмешаться финансово-промышленные группы? Ну, вообще, какие у вас политические ощущения насчет Красноярского края в этом смысле? Я не политехнолог. Поэтому в детали политических разборок я влезать не буду. Вот в Новосибирске я понимаю точно, что там поставлена абсолютно эффективная фигура. Я знаю Новосибирск. Я понимаю точно, что там его сожрут. В Новосибирске очень большие местные элиты, меня в свое время это потрясло. Но, грубо говоря, в Красноярске людей, которые представляют местную бизнес-элиту, несколько десятков человек. Они все друг друга знают. Они могут друг друга любить, могут не любить, но, в общем,
более-менее. В Новосибирске их несколько сот человек. То есть Новосибирск больше Красноярска всего в два раза, но элита местная сильно больше. Связано это с тем, что в Новосибирске все-таки успели создать то, что называется городская среда. Кто виновен в таком состоянии экономики? Ну как кто виновен? Виновен те, кто начал строить либеральный капитализм. Почему никто не несет персональную ответственность? А вот по этой самой причине. Потому что персональная ответственность может быть у человека, а у элитной группы она быть не может. Элитная группа может быть только зачищена в результате достаточно кровавых процедур. Она в лице Шувалова объявила о том, что правительство приняло решение, в соответствии с которым все ограничения на внутренний рынок для западных компаний они будут снимать, потому что считают их наличие неправильным, потому что это мешает конкуренции. По себе, что у вас, это, кстати, общеэкономическая проблема любого региона. Представьте себе, что у вас капает из крана водичка, и стоит большая толстая труба наклоном, и водичка капает в эту трубу. Она по дну трубы течет и вытекает. В трубе воды нету. Ну, то есть то, что есть, не серьезно. Даже там язык намочить собачка не скажет. А теперь представьте себе, что вы в эту трубу плотно напихали поролон. Водичка капает, а снизу не течет. И в тот момент, когда она наконец снизу потечет, в трубе воды много, реально. Вы всегда можете надавить, а она потечет. Вот городская среда – это создание самодостаточной среды экономической, культурной, интеллектуальной там, и т.д. и т.п., которая начинает становиться центром притяжения не только там, людей, но и денег. Потому что сейчас рубль, попадая в регион, из него сразу же утекает обратно в Москву. А если вы создаете внутри вот эту систему взаимных услуг, какой-то там интересной деятельности, культурной и прочее, 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 то, соответственно, у вас сразу жизнь начинается. Мы посмотрим на политическое поле. В нем есть две базовых оси. Первая ось, всем известная, левый и правый. Фактически левые и правые – это отношение маленького человека и государства. Левое – государство должно помогать маленькому человеку. Правое – что государство не должно иметь отношения, и маленький человечек должен выживать сам. И, соответственно, вторая ось – консерваторы, либералы. Тоже понятно. Либерализм – это свобода, то есть отсутствие ценностей фиксированных. А консерватизм – это консервативные ценности. Это семья, дом, ответственность и так далее. Обращаю ваше внимание, что вся вот эта вот линия на ликвидацию семьи, которая сегодня идет на Западе, гей-парады, ювенальная юстиция, запрет на произнесение слов «мама-папа», употребление слов «родитель один, родитель два», «скоро будет родитель три, родитель четыре», это все, я не знаю, кто-нибудь видел, как представитель АДГ в Бундестаге выступал. У меня на сайте размещен фотографии. Вот, где он примерно минут 7 обращался к разного рода альтернативным гражданам. Его даже председатель спросил, может, когда не закончили, нет, я должен всех перечислить. А потом он, когда он все сказал, так вот, вот, уважаемые, нам с вами не по пути. И стоило 2 миллиона, сколько весили 2 миллиона долларов, которые взвешивали у этого самого, на суде, над Улюкаевым, 20 килограмм. Значит, в чем обвинили Керимова, что он вез в чемодане, в одном чемодане, 20 миллионов евро. С учетом того, что самая крупная евровая банкнота в 5 раз более крупная, чем долларовая, но она, правда, больше.
то по этой причине теоретически 2 миллиона долларов должны весить столько же, сколько 10 миллионов евро. То есть чемодан с 20 миллионами евро должен весить 40 килограмм. Представить себе Керимова, который тащит чемодан весом 40 килограмм, это скорее сундук. Ну не знаю, в общем, это все. Я могу рассказать историю, собственно, это такой совет. Я думал этим закончить, но почему бы вначале не сказать. Значит, когда я был молодой, в начале 90-х, у меня была мысль сделать такую систему без налогов. Вот представьте себе, вы хотите продать квартиру, кто-то хочет ее купить. Если вы эту операцию делаете, то у вас начинаются проблемы. Если вы квартиру продали, то вам надо заплатить налог, вам надо иметь документы, за сколько вы ее купили. А если вы купили, то тоже надо. Ну, короче говоря, целая куча разных проблем. А представьте себе, что контора, которая продает и покупает квартиры, она оформляется как кооператив. Вы входите в кооператив паем в виде квартиры. Дальше внутри происходит обмен паев. И вы выходите с паем в виде денег. Операция по закону налогами не облагается. Вот такую штуку сделали ребята в городе Костроме. Если хотите, могу дать координаты. И в результате у них там цены в их магазинах на 30-40% ниже, чем в обычных магазинах. Но только там, правда, для того, чтобы что-то купить, нужно быть членом кооператива. Ну, никаких нет проблем. Еще они там что-то делают. И вот они ко мне пришли, ну я, собственно, знал о них давно. Тут они ко мне пришли как к консультанту. Говорят, а что нам делать, если мы хотим работать с внешним миром, который не член кооператива? Я им говорю, ну, ребят, если вы члены кооператива, то у вас должны быть довольно большие в кооперативе активы. Не наличные деньги, а активы. Ну, конечно, все же входят, и эти паи, они вот это наш общий актив. Вы замечаете, что вам мешает выпускать векселя? Активов у вас много. Поэтому если вы выпустите векселей, скажем, на 1 миллиард рублей, или на 5 миллиардов, или на 10 миллиардов, то это будут 100% обеспеченные векселя. Они говорят, это верно, но есть проблемы. Потому что эти векселя не учитываются государством. Это тоже не проблема. Потому что если вы работаете, например, по расчистке долгов, и ваши активы, и ваши векселя участвуют в этом самом конкурсном производстве, то по закону они должны оцениваться как? Единственная оценка векселя, которая может быть, это его номинал. А дальше они там продаются по какой-то цене. Так вот, если вы будете участвовать в покупке собственных векселей, то вы довольно быстро создадите ситуацию, при которой они будут оцениваться близко к номиналу. Американцы считают, что в 2018 году в США начнется рецессия. Но это смешно, потому что процесс, который идет в США, к циклическому не имеет никакого отношения. Там идет спад, причем спад идет достаточно давно, практически без остановки. Данные об экономическом росте, который есть в США и в Евросоюзе, это фальшивка. Есть целая куча косвенных данных, ну и не только косвенных, но и оценок экспертов, что это вранье. Но самое главное, что когда у вас начнет сыпаться долларовая система, вы неожиданно обнаруживаете, что у вас все привязано к доллару. Прогноз экономический, доллар.
оценка вашего бизнеса в долларах, а рейтинги, которые вы получаете для того, чтобы брать кредит долларовый, и кредит вы берете долларовый. То есть у вас, я уже не говорю про SWIFT, да, он тоже долларовый. По этой причине все понимают, что в какой-то момент может произойти беда. Система встанет. Что была сделана попытка перенести фондовый пузырь на криптовалюту. В условиях, когда все понимают, что идет эмиссия, что валюты классические ненадежны, что банки ненадежны, в нашей стране, я прошу прощения, да, тут мне уже пачками приходят жалобы, кто в блогах пишет, кто на сайте, кто по телефону звонит, и говорят, катастрофа, Сбер опять заблокировал счет, причем частный. Почему? А им показалось, что что-то подозрительно. Причем, поскольку это делается в большинстве случаев на программном уровне, а договориться со Сбером невозможно в силу его закостенелой бюрократии, то по этой причине люди начинают искать альтернативу. С этим жить нельзя. И после этого этот феникс очень быстро начнет завоевывать мир. С учетом того, что все понимают, что с китайцами дружить — это опасность. Молодой человек, а можно вас попросить мне чаю принести? Да, конечно. Черный, зеленый. Черный, с лимоном и сахаром. Каким-то образом спасти систему расчетов, систему прогнозирования и всего остального. И использовались для этого два инструмента. Доллар как система прогноза хозяйственной деятельности. Но все считали в долларах. И, соответственно, векселя как инструмент крупного оборота. Но были еще чемоданы кэша, но чемоданы кэша все-таки использовались. Ну, они использовались, но не так. Вот это были два инструмента. Точно так. Причем тогда хоть был доллар, сегодня-то не будет ничего. Теоретически надо бы возвращаться к золоту как к единой мере стоимости. А почему тут не ничего? Это ничего не понимаю. Если очень интересно, звоните уважаемой Анастасии Дмитриевне Заточной, которая теперь живет в Москве, в Красноярске. Вот, она вам все расскажет. Вот, подслушивает, подсматривает. Я вам могу сказать, а все ли читали биографии всяких Биллов, Хейтсов или этого, как его, который в Фейсбуке? Цукерберга. Все читали биографии? Скажите, пожалуйста, слышали, видели ли вы в этих биографиях хоть раз таинственные буквы А, Н, Б? Не видели. Ты видишь суслика? Нет. И я нет. А он есть. Надо определять правильно. Сегодня и, собственно, с 91 года либеральная команда олицетворяет у нас правила, которые приняты вашингтонским консенсусом. И МВФ Набиуллина открыто говорит, что правила МВФ для нее важнее, чем интересы России. Но мы это видим. Экономический спад продолжается. Впервые за много-много лет в этом году нет сезонного осеннего экономического подъема. Не знаю, у вас есть подъем осенний? Нет. Значит, у вас тоже. Я много где был, я был в Питере, в последнее время я был. В Брянске, где-то я еще был, подъема нет нигде. Какую задачу решает вот сейчас конкурс молодых лидеров России, с вашей точки зрения? А вы знаете, это проблема очень серьезная, да? Вот кто читал «Лестницу в небо», там упоминается
Лена Ижицкая. Лена Ижицкая, она была пресс-секретарем наших в Новосибирске. А Настя Заточная была в молодой гвардии, входила в молодежный парламент Красноярского края. И они обе твердо убеждены, что и их товарищи кинули. Вот поколение, которым сейчас условно от 32 до 25, наиболее активные молодежи, они твердо знают, что их власть кинула. Власть целенаправленно из наиболее активных, наиболее в неком смысле организационно талантливых молодежи вырастила своих врагов. Ну потому что их кинули. Они хотели сделать карьеру, они хотели как-то чего-то. А им что вместо этого? Их вместо этого всех послали. Как мне сказала Настя, из всего их молодежного парламента карьеру относительную сделали только два человека, которым богатые родители купили депутатский мандат. Вот. Значит, вот картинка. И это люди, которые реально возмущены. Я думаю, что Кириенко прекрасно понимает, что это люди, которым только Ким лидер. Но Навальный не смог окучить эту тему, не то, что он идиот. И плюс к этому продажный идиот. Но если появится кто-то, эти люди пойдут за ним. Ну потому что их кинули. Я думаю, что они понимают, что эту проблему надо решать. Я думаю, поэтому. Другое дело, что результат будет тот же самый. Потому что пока у власти находится приватизационная элита, она никого не пустит. Но они говорят, мы все приватизировали, теперь это наше. Священное право частной собственности отдадим детям. А дети, в большинстве своем, дебилы. И что делать? Михаил Ильич, а такой лидер, если вот он должен появиться, за которым пойдут, да? Но ведь если это какой-то человек из народа, допустим, будет, да? В условиях, то, нужно прикрытие. В условиях кризиса. Все. В условиях кризиса лидеры вырастают, как грибы после дождя. Совершенно неожиданно. Знаете, такая... Это понятно, а кто их прикроет? Они сами себя прикроют в условиях кризиса. Могу вас уверить. Кто прикрывал вашего же Анатолия Быкова в 90-е годы? Деньги, автомат. Ну? Ну у меня-то нет автомата. Быкова спросишь? Крови-то рядом. В конце туннеля не показали. Чего врач? Я же вам сказал, сейчас все накроется, начнется новая жизнь. А где у нас Лена? Лена. Да. Не надо ехать, у меня в 9 часов эфир. У Клешко. Да прям здесь снимать. Ну он-то там. А сюда вызовем. Ну да. Михаил Леонидович, можете цифровой экономики коснуться? Михаил Леонидович, правительство в конце июля принята программа. А что цифровой экономики? Лен, нам не пора ехать. Еще 10 минут. Скажите, пожалуйста. Я не знаю, что они имеют в виду под этим. То есть я понимаю, что имеют в виду конкретные чиновники. Из бюджета получить деньги и их распилить. Это святое, да? Все. А какого-то содержания я не знаю. Потому что я еще раз говорю, лучшие в мире специалисты, реально лучшие в мире. Российская компания, офисы в Лондоне, Майами, в Рио-де-Жанейро, в Куала-Лумпур. Мировой лидер рынка. Начинаются там разговоры там, о цифровизации, еще чего-то. Ей звонят из одного из банков и говорят, если вы дадите нам вперед столько-то денег, мы допустим вас до конкурса, который будет проводить на эту тему Центральный банк. На что этот говорит? Я мировой лидер. Если у Центрального банка появится желание что-то сделать, вот моя визитная карточка лондонская, ну, пускай идет в Лондон. Все, с вами я здесь разговаривать не буду. Куда может патриотичная молодежь пойти? А
Но есть... Вы же сами писали, что прорываются, у вас банды. Есть Кургинян, но банды по-другому устроены. Вот. Есть Кургинян, но это, я думаю, что некий такой вот аналог наших молодых гвардий. Вот, а так всегда... Нет, банда же, нужно же искать банду, у которой в элите. Вы поймите, когда наступает острый кризис, то прорываются к власти представители антиэлиты. И тогда это банда, которая совсем новая. Ну что сделали большевики, которые пришли к власти в 17 году? Они значительную часть старой элиты истребили. Правда, не все. Потому что весь генштаб царской армии почему-то совершенно случайно оказался на стороне красных. И вся военная элита Российской империи, вся оказалась тут, а не там. И обучали потом. Ну, они все были, да? Но я прошу прощения, но кто смотрел фильм «Бег» или читал «Булгакова»? Там, соответственно, генерал Хлудов, который там всех вешал. Но это же конкретный человек, генерал Слащев. Вы его историю знаете? Да-да. Генерал Слащев в 20-м году эмигрировал в Константинополь. Ну, собственно, в фильме он тоже эмигрировал. Дальше в фильме показано, говорит, мне, я так больше не могу жить в этом Константинополе. Это он сказал через 3 дня. Что он сделал? Он пошел в советское торгпредство к чекистам. Говорит, я хочу вернуться. И говорит, а мы сейчас проверим. Если за вами нет военных преступлений, а если вы вешали мародеров, бандитов, еще чего-то, а людей приличных, не вешали, возвращайтесь. И через несколько месяцев генерал Слащев приехал в Москву, где преподавал в Академии Генерального штаба Красная Армия. И у них там до драки доходило, когда он этим самым, значит, командиром полков, которые штурмовали Крым в 20-м году, объяснял, какие они делали ошибки. Вот. Его убили году в 28-м или 29-м по бытовухе. Он там у кого-то увел бабу, и его пристрелили. Но это чистая была бытовуха. Ну вот он, пожалуйста. Ну, то есть таких историй у нас в истории выше крыши. Космос оказалось закрыт. Теоретически надо, конечно, к ней возвращаться, но для этого надо сначала отказаться от либеральной модели. До этого невозможно. Мне вот ребенку, в общем, 19 лет, ей все время говорю, вот, прочитай Ефремова «Туманность Андромеды», она все ленится, сволочь. Как вы объясните двойные стандарты в отношении малого и среднего бизнеса? С одной стороны, поддержку, с другой создание условий производящих работы. Какой уровень экономики государства вы отводите МСБ? Ну, посмотрите, МСБ это, в Германии это основа экономики. В других странах они играют более мелкую роль, но уж точно это основа самозанятости. То есть это вещь, которую надо поддерживать. И у нас это уровень малого и среднего бизнеса. И бизнеса ниже. Но нужно понимать, что поскольку наше либеральное государство искренне считает, что заниматься поддержкой занимается вот эта вот патриотическая часть, грубо говоря, Путин требует принятия законов, их худо-бедно принимает. А что касается истребление, ну так это и понятно, это же источник денег. Ну как, ну смотрите, ну я чиновник, тут, соответственно, кризис в стране, мне надо одну любовницу отправить на Канары, другую там, в Ниццу, тещу еще куда-то, причем теща главнее всего, чтобы она не приставала, жене надо купить бриллиантовое колье, потому что ее подружки уже подарили. А тут, соответственно, когда приходят какие-то кретины, которые мне раньше поплатили, условно говоря, по 100 тысяч рублей в месяц, и говорят, что какой-то кризис, и они могут платить только 50. Говорят, вы сдурели, что ли? Я уже отправил их всех. Им надо деньги посылать. Поэтому либо вы не платите 100 тысяч, а будете упендриваться, я вас заставлю уплатить 150. Войти, так скажем, в топ мировых держав,
технологических лидеров, да, и что для этого нужно среднее заработная плата в Соединенных Штатах Америки по уровню покупательной способности находится на уровне 1958 года. После кризиса оно пойдет в 2020 году. На каких технологиях говорите? Мы должны восстановить технологии 20-х годов? Или мы хотим сохранить современные технологии? А кто будет их финансировать, так сказать, закупать при зарплатах уровня 20-х годов? Ну, допустим, китайцы огромную сумму инвестируют. Да, вне всякого сомнения. А дальше что? У Китая дырка между доходами от внешнего рынка и, соответственно, необходимостью поддерживать внутренние 2 триллиона долларов в год. Сегодня это закрывается за счет того, что американцы покупают китайские товары. А когда они перестанут покупать китайские товары, что будут делать китайцы? Понастроить высокоскоростных дорог могут. Сколько стоит обслуживание такой дороги при условии, что по ней никто не будет ездить? Закон о банкротстве написан так, что главная задача – сохранение хозяйствующего субъекта. Если нужно при этом послать всех кредиторов, их посылают. Что в нашей стране главное – удовлетворить кредиторов. Если при этом исчезает завод с уникальными станками, а зачем? Гайдар же сказал – купим. Ну ладно, я как бы. А то я сейчас перейду на ненормативную лекцию. Леонид. Это вредительство. Ну как для чего? Ну цель-то была какая в 91 году? Ликвидировать Россию как бы субъекта мировой истории. Вот она и реализуется в этом году, в начале 15-го года. Но после этого мы разработали методики, модели, которые позволяют ответить на очень интересные вопросы. Например, как будет меняться структура экономики, как будет меняться структура цен. Ну, условно говоря, представьте себе, большая компания, кризис, поэтому у нее будут падать и доходы, и издержки. У одной компании доходы упадут в 2 раза, а издержки в 1,5. И она полный банкрот. А у другой компании доходы упадут в 1,5 раза, а издержки в 2. И она в шоколаде. Вопрос, можно ли сегодня сказать, куда надо вкладываться? Ответ, теоретически можно. Практически для этого нужен заказчик. Потому что я должен получать большое количество инсайдерской информации. Что там реально внутри? Какие там реальные экономические группы? Нельзя же смотреть на официальные отчеты. На них смотришь, ну, собственно, я смотрю на отчеты правительства, что нашего, что американского, у меня челюсть отвисает. Но, понимаете, когда ты врешь, то надо хотя бы минимальную правдоподобность соблюдать. А когда они выдают 3 цифры, ну, грубо говоря, А плюс Б должно равняться С. А у вас не получается равенство, как ты тут не перекладывал? Не, я считаю, что на самом деле это вот у нас сейчас потрясающая возможность. Вот потрясающая. Абсолютно уникальная. И при этом те, кто почитал «Лестницу в небо», еще и знают, что искать и как, что делать. Ищем. Клюшко поедете, попросите вас не по Ленина, а по Мира провести, почувствуйте разницу. С чем? С тем, что когда раньше приезжали. Так снег идет же, не видно. А все равно увидите. Так развалить улицу нельзя. Так развалить улицу нельзя. Можно. Ой, я прошу прощения, вы ничего не понимаете, я в Москве живу. В легкую. В Москве положили в некоторых местах плитку. А в некоторых положили гранитную плитку. Ощущение песни. А вот теперь представьте себе, как выглядит плитка после нескольких дней дождя, если под ней только песок, и если после этого ударяют заморозки, а у этой плитки неправильная теплоемкость, и в результате она покрывается примерно сантиметровым слоем льда. А? Да, и вот она вот так вот вся ходит,
надо бетонное основание делать. Да, надо делать бетонное основание. Совершенно верно. Более того, в Москве от большого ума не расширили тротуары. Симметрично. А ливневку никто не менял. И поэтому у вас теперь то, что раньше было, дырка, в которую сливалась вода с проезжей части, теперь эта дырка посередине тротуара, непонятно зачем, а соответственно на дорожной нету вообще дырок. И у вас, соответственно, все покрывается толстым слоем воды, в центре дороги сантиметров на 5, а по краю иногда и на 10-12. Плохо сделали, как вы считаете? А? Плохо сделали. Где? У вас? В Москве. В Москве? Ну, я даже... У меня слов нету. После долгого перерыва город Красноярск. К сожалению, обстоятельства складываются так, что погулять не дают. Я думал, может, я сегодня вечером только попью, вместо этого меня везут. Клешко. Вы вернетесь после клешко? Ну, пока тоже попьем. Будем уже в кондиции вашего приезда. Да. То есть я так понимаю так, что я пойду к Клешко, а вы тут устроите танцы и прочие разные развлечения. А что остается? А я буду вам завидовать. Спасибо. Все бизнес у меня. Я буду брать тут деньги, а то возить людей в Вену. Говорит, ребята, смотрите, это хороший человек. Вот. Нет, ну а если серьезно, это такой вопрос интимный. А про Вену я серьезно. Наоборот. Я вам объясняю, вы 25 лет жили в бесперспективной картине, но где не было стратегического будущего. То есть у бизнеса было будущее тактическое, а стратегического нет. Потому что все краники постепенно перекрываются. А тут наоборот. Наступает новое время, новые времена. Все классно, как либералов будем отлавливать. Знаете, у меня есть такой, ну, во-первых, они сами будут писать на себя доносы. Это их любимое занятие. Вы что думаете? Они же сами прибегут. А вот этот? Ну что, вы не знаете, что? Кто доносы больше, чем я, да? А? А этот своровал больше. А этот своровал больше, чем я. А я хороший. Я почти... Меня заставляли воровать. Вот этот меня заставлял. И вот этот заставлял. Ну тут чего? Ну, мы не знаем их что. Они же всегда одинаково себя ведут. Нету либерала чувства собственного достоинства. Потому что для либерала единственная ценность пожрать. Вот. И пообщаться. С барышнями, с пониженной социальной ответственностью. Система не жилец, и это все прыгают. По этой причине она будет создаваться практически с нуля. Поэтому очень сложно сказать, как она будет выглядеть. Может быть, будут новые партии. Типа там, как это? За то, что человек был в составе Единой России, ему ставится на лоб клеймо. С буквой В. Во. Я и такого себе могу представить. У нас же, как это, народ креативный. Вот. А места-то надо освобождать. А как освобождать? Какой самый простой способ освободить? Ну вот на Западе, в Восточной Европе, иллюстрировали коммунисты. У нас, слава богу, коммунистов не иллюстрировали. Давайте иллюстрировать представителей Единой России. И сколько сразу должностей появляется. Талантливая молодежь начинает расти. Песня. Можно иллюстрировать тех, кто были бенефициарами приватизации. Тогда сразу образовывается большое количество бесхозной собственности. Но это опасно, потому что могут опять вынести всякие опасные. А национализация? А какой смысл? Уже нету тех объектов. Понимаете, что национализировать? И самое главное, в СССР была система управления госсобственностью. Сегодня ее нет. Если вы ее так просто национализируете, то вы сделаете одну единственную вещь. Вы для там, госкому имущества нынешнего, да, для росимущества, дадите новый источник дохода, назначение за деньги директорами предприятия. И все. Поскольку нету системы управления.